В самом начале эксклюзивные кадры Первого канала, которые были сняты незадолго до нашего выпуска. Владимир Жириновский и Сергей Миронов признали результаты президентских выборов и по телефону поздравили лидера гонки Владимира Путина. Вот что, в частности, говорил выигравшему кандидату лидер ЛДПР. Владимир Владимирович, доброй ночи уже, наверное. Я от души поздравляю вас с победой. Я лично присутствовал на участке и видел, как растет стопка голосов, поданных за вас. Явное преимущество. Никаких сомнений у меня не было. Хорошо голосовали за Зюганова, Прохорова. Я получил то, что получил. Но я надеюсь, Владимир Владимирович, все-таки уже пятый раз я сам кандидат в президенты. И партия шестой раз в Госдуме. Может быть, какие-то отдельные вопросы из программы могут быть рассмотрены правительством, вами в будущем. Если это будет полезно для страны, тоже может быть, как бы, иметь практическое воплощение. Сергей Миронов также поздравил Владимира Путина с победой. Он назвал результаты голосования ожидаемыми. Миронов в разговоре с Путиным отметил, что по многим вопросам их позиции сходятся. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Поздравляю вас с победой. С победой убедительной, заслуженной. Кто бы что бы ни говорил, это так. Моя социология, моих штабов еще неделю назад показала примерно такой результат. Владимир, искренне поздравляю, только воспользуюсь звонком. У меня, знаете, какая просьба? В Астрахани мэра избирают. Там наш Олег Шейн по экзитпулам лидировал. Но там опять хулиганство происходит. Будьте добры, дайте команду. Пускай там дурака не валяют, по-честному считают. В Астрахани на выборах мэра. Спасибо, а вас поздравляю.